находимся в отсталом, недоразвитом союзе под названием Евразийский союз, который себя никак не оправдал, ни экономический, ни политический, вообще никак. Это союз отсталых, недоразвитых государств, включая Армению. Нам нужно уходить от этого. И не нужно этого бояться, разрывая с наследием постсоветского пространства. Мы идем в будущее, мы должны смотреть в будущее. Мы должны идти в страны, которые развиваются, и технологичные, и так далее. Никто не говорит, перенимайте у них ЛГБТ-движение. Без голубизны можно обойтись. Вот, не надо голубеть. Можно и другой цвет принять.